Ким Ван Сик. Кому передача? Естественно, Осмару. Если Осмар рядом, то пас ему. Ким Джин Я. Ну, сразу пробить. 1-0. Чхо Йон Вук, вышедший на замену, отблагодарил своего наставника вот этим точным ударом в нижний угол. Готовятся замены и в той, и в другой команде. Но вот 81-я минута. Посмотрите, передача Осмара. Ким Джин Я. Пас. Одним касанием мяч остановил Чхо Йон Вук, а вторым пробил точно в угол. 1-0. 1-0 Сеул повел.